20 января 1867 года высочайшим повелением действительный статский советник Григорий Сергеевич Аксаков был назначен на должность начальника Самарской губернии. На этом посту он пробыл около 6 лет, 4 из которых семья губернатора жила в доме на углу Саратовской и Алексеевской улиц. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».